Всем привет, дорогие друзья! Сегодня у нас будет обзор на вот такой вот энергетический напиток, энергетический охуенчик под названием MTV. Вот так вот у нас выглядит баночка, здесь видно не будет, но она в таких разных сортах, разных цветовых тонах. Какие-то прямоугольнички, вот, какие-то треугольнички, разные такие. Но это MTV Up, знаете, такой канал MTV, вот типа под этот канал сделали энергетик. Вот. Смотрите, Energy Drink Classic. Вот. Короче, классический энергетический напиток. Кофеин, натуральный, L-карнитин, без консервантов, витамины С, С, В6, В12, плюс гуарана, плюс женьшень. Короче, все самое пиздатое, что нам может предложить энергетический напиток. Вот, смотрим по составу, друзья. Состав у нас такой, если поймает фокус. Короче, тут и Е есть, ну не, Е я тут не вижу особенно, это уже радует. Вода питьевая, сахар, регулятор кислотности, лимонная кислота, в скобках ацетат натрия, таурин, L-карнитин, короче, и кофеин, понятное дело, сахарный колер. Вот. Ну, в общем, вот, тут дальше кому не рекомендуется, там все дела, вся хуйня не рекомендуется, но, как говорится, законом не запрещено. Вот. Ну, короче, вам не видно будет, друзья, ладно, вот, в принципе, вы, наверное, поняли уже, что тут такое. Банка объемом 0,5, взял я ее, ну, рублей за, я уже не помню, за 73, там, 74, около, что-то в пределах 70-80 рублей, ну, не 80 точно, по крайней мере. Ну, рублей, скажем, рублей за 74, например, будем ее так оценить, я не знаю, только за сколько взял, скажем, рублей за 75, ладно. Вот, ну, короче, баночка прикольная, да, выглядит очень здорово, вам тут не видно будет, уже темно просто на улице, друзья. Вот, давайте же ее вскроем и затестим. Тест, энергетический напиток MTV Up, Energy Drink Classic. Просьба всем малолеткам покинуть этот обзор. Ладно, я шучу. А если серьезно, то всякие до 18 лет лучше не пить, конечно, все равно. На запах. Пахнет классическим энергетиком. По вкусу чего-то нового я тут такого не ощущаю, друзья. То есть, по вкусу это, друзья, обычный, самый-самый обычный энергетик. Вот вкус того самого энергетика, когда еще были без всяких вкусовых добавок. Это, знаете, как Drive Me. Вот. Как Flash. Вот. Короче, вкус самого... И в запах, и вкус... как у самого-самого обычного энергетика. Вы поняли, наверное, на каком запахе и вкусе я вам говорю. Вот, здесь именно такой вкус. Как я понял, друзья, здесь нет никаких добавок вкусовых. Ну, я имею в виду, там, например, как есть какие-то лесные ягоды, например, там, кофейные энергетики разные, вот. Всякие там, короче, тыры-пыры в жопе дыры, вот. А, также я сегодня курю сигареты под названием... как они там, блядь, называются, забыл. Harvest White. С кокосом. Обзор на них уже снят. Вы можете видеть его на моем канале. Вот, собственно, что хочу сказать. Пьется хорошо. Вкус, ну, такой, я бы сказал, по насыщенности. Вкус такой средний по насыщенности. То есть он не совсем насыщенный, но не слабый. Такой он кисленький, очень похож на Drive Me. Вот. Кстати, кто у нас тут изготовитель, интересно? Изготовитель что-то я не вижу. Кто же у нас тут изготовитель, да? Изготовитель Мегапак, Россия, Московская область, Ленинский район, город Видное. Произведено по заказу АО Drink. Вот. По вкусу самый обычный энергетик, как Drive Me, как Flash. Ну, Flash это все-таки говно, друзья. Не обижайтесь, кто любит Flash, но все же надо называть вещи своими именами. Flash это не очень хороший энергетик, это будет все-таки получено. Но, друзья, за 74 рубля ему можно поставить оценку от 3.5 до 4, в принципе. Потому что 5 ему нельзя поставить. Ну, потому что ничего здесь особенного нет во вкусе. Это во-первых, вот. По энергии я не знаю, вот меня так особо сейчас прям сильно-сильно не штырит, как с некоторых таких энергетиков, как, например, Red Bull, а выпьешь там сразу заряжающейся энергией. Вот. Это не бюджетный энергетик, это ближе к таким, ну, дорогим энергетикам. Вот.
классическим дорогим энергетикам, как, например, Monster, Red Bull, Adrenaline Rush, то есть 70, но будет подешевле. Порекомендую ли я его, возьму ли я его еще раз? Ну, скорее всего, я его брать больше не буду, но, возможно, как-нибудь и возьму. Почему говорю, брать его не буду больше, возможно? Да потому что, ну, самый обычный энергетик, знаете, как Drive Me, как, не, Monster, у него свой там вкус своеобразный, у него как такой барбариски. А здесь, ну да, есть у него что-то, такая какая-то энергия, друзья. Рекомендовать я вам его не буду, но попробовать стоит. Почему рекомендовать не буду? Потому что по вкусу самый обычный энергетик, вот, как я и не рекомендую также физрук, но самый обычный энергетик такой, я бы сказал, по вкусу, но, друзья, он, ну, довольно вкусный. Ой, то есть это самый обычный энергетик по вкусу. По вкусу самый-самый простой энергетик. Вот если вы понимаете, про какой вкус, вкус детства. Вкус просто-просто энергетика, без всяких добавок. Вот вкус энергетика, вы знаете, какой это вкус? Вот именно такой здесь вкус. То есть нет, здесь нет никаких ясных ягод, нет кофе, нет барбариски, нет, как в горилле, вот этот вкус, нет ни айс эффект, то есть простой энергетик. Просто простой энергетик. Сейчас я снимаю обзор на теннисной площадке в своем парке. Вот, сейчас играем с пацанами в теннис. Вот я решил зарядиться немножечко энергии и снять вам обзор. Вот. Итог такой могу подвести. Вкус 4 из 5. Соотношение цена-качество 3 из 5. Вот, ну потому что дорого. Тройка, потому что, ну, за 73 рубля, извините, эта банка стоит, хоть она и 0,5, но можно купить такой же энергетик, по вкусу я имею в виду, такой же, например, Drive Me, он будет дешевле стоить, может быть, за банку рублей там 50, ну, не знаю, может быть, плюс-минус, а по акции можно за 35, извините, взять, ну, это редко. В общем, вкус 4 из 5, соотношение цена-качество 3 из 5, попробовать. Ну, что тут пробовать? Самый обычный энергетик. Ну, хотите, можете попробовать. Так я на постоянку я бы его не рекомендовал, кто любит заниматься спортом, потому что, ну, 73 рубля, а обычный по вкусу энергетик, то есть ничего нового. Хотя, в принципе, можете попробовать, можете вам, может быть, вам зайдет. То есть, итог, это самый обычный энергетик по вкусу. Но стоит дороже, чем тот же Drive, Flash. Ну, Flash не полное прям уж дерьмо, но я просто вам говорю так-то. Вот. Пьется довольно легко, вот уже какая-то с него энергия есть, так что, в принципе, можете попробовать, можете попробовать. Я не буду его затирать, говорить прям не рекомендую, параша, нет. Можете попробовать, но 70, готовьте свои 75 там рублей или сколько. В случае, я считаю, доплатить там рублей 20, там 30 максимум, например. Купить себе монстр, он рублей 95 стоит у нас, по крайней мере. Монстр будет за своим вкусом очень прикольный, энергии там, наверное, побольше будет. А вот это, в принципе, такой среднячок, но немного по завышенной цене. Так что хотите, пробуйте. Вот с вами был Вазген. Этот энергетик можете попробовать, но не прям уж я его рекомендую, потому что все-таки троечка ему из 5. По вкусу, да, 4 из 5, ностальгии, ну, хороший вкус. Можно и пятерку, в принципе, но по цене качества 3 из 5, потому что самый простой энергетик, но за 75 рублей. Опять же, можно за эту цену. Вот это тот же Drive, только за 75 рублей. Drive Me. Мы платим просто за какой-то MTV, вот этот вот. За банку за красивую. Извиняюсь. И, в принципе, ничего нового я в нем не нашел. Немножко такой кисленький. Вкус простого энергетика, честно. Кстати, по цвету он желтый, друзья. То есть, как и Drive. Вот. Все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. С вами был Вазген. Всем удачи, всем пока.